полетели? А, вон слева летит, на кем вот здесь упал, вот здесь сверху. На помойке? А, я понял. Ого, зона! Вот это, короче, занимаем левую часть и там шотаем по всем просто марафоном. Смотри, вот эта хуйня, видишь, всю эту гору, которая неиграбельна, да? Да. От нее зона уходит. Нет, это так, всегда. Как с водой. Чел, я недавно видел такую зону на ГЛЛ, по-моему, это пиздец. Ну, у нас так не ГЛЛ. Типа, мы anyway занимаем что-то, либо вот эти бетонки, короче, либо еще. Но anyway, смотри, зона прокает, либо от воды либо вверх в эту часть. Но она сюда, либо Чумачера, либо Ладрила, да. Но вверх вероятнее. Мне кажется, что сейчас будет низ. Знаешь почему? Потому что призан, да, my love, ебать, это за. You know? Ой, бля. Esports ready? Значит, по-любому вверх прокнет, значит. Esports ready. Так, это сейчас это. Готовьтесь, Esports ready будет. Отстрел это чата, ебать. Тут-ту-ту-ру-ру, вот это вот. Ты стримишь, кстати? Что-то давно не помню. Сейчас нет. Ебать, какие же мы потные, блядь, есть же. По статистике, когда мы попадаем в зону, мы сосем. Нет. По статистике, когда зона от нас уходит, мы сосем. Мне нужна только эта, ДМР-ка какая-нибудь. Вспомнить сейчас... новорепку, как бы, да, вот это. Вспомнить. М24, да? Вот здесь на крыше этого дома. Мне бы, блядь, 2х опять, я буду ебать. Я фулл рейди, кроме скопа. Я фулл рейди, кроме ДМР, у меня фулл рейд и соло. Так понимаю, у меня самый говняный ут, как всегда. Ну, у меня армора еще, по-моему, нет. У меня 15 бинтов. У меня 15 бинтов и бусты, и все. У меня нет ДМРки, ни иксовки, ни аптек. Есть 2х, отлично. О, первая аптека. Второй армор, заебись. Ну, я слетачек сейчас найду себя в опоре, я поеду занимать что-нибудь. Если я СЛР найду, я уже выезжаю. Я себе только все начал. О, можно миник взять хотя бы, это хорошо. Да, я даже миник возьму. Шестерку могу дать кому-нибудь. Я бы взял. Или можете мне до 4 взять, миник отдам с компенсатором. Не, уже не лень бежать. Время. Время, деньги. Есть пробитие. Время пробития, блять. Да. На. Пососал тут, пососал там, как говорится, да-да. А мне СЛР. Так, пацаны, все это красная метка занята точно, поэтому аккуратненько. Гуд в жопу ебут тот самый, да. Так, все, я нашел СЛР, короче. Сейчас мы идем разваливать вам. Сейчас дом залутаем. Хуяня, я сейчас 6х нашел здесь. И вторую кассу, что с ним надо? А у меня тут нет тачки вроде. Сиди спорт возьми, а взяли их. Тихо. Ты баканул или мне показалось? Тебе показалось. У меня только 6х на сувере, 0 грудов 6. Пятерок при нем у меня 110. Дроп там может кинуться на нас, по-моему, даже не пас. Вот он на нас запнул. Это Монта. Где-то. Это не Монта, это вот здесь. Какая Монта? Монта вот здесь, дроп. Подожди, второй дропнул, мне показалось. Да, второй, второй, давай на... Второй дроп. Блять, короче, я ебал. Давай ты води, вот садись. Он там. Я вижу. Заходи, я сейчас обеду, короче, его. Мы будем пиздиться сейчас, возможно. Нам нужен этот дроп, мы должны за него пиздиться. Не, нет, улутает дроп. АВМ. Возьмите по ЖВМ. О, блядь, ты мне есть орден, да? Я второй дроп лутаю. Ау. Забирай и уходи быстрее.
забрал. Хожу. Челик вас смотрит вот с этой вот горы, стоит вот здесь, вот, вот на двоечке. Блять! И у меня надо мной тип в кресле сидел. Данил Ди! Понимаю. Там, как бы. Второй дроп был не обязателен, получается, что так. Крыса сидит, еще. Там третья броня в дропе. Лутает, стоит его. Ты китанул. Да, он хитсавика. У меня 3 икса, я его не вижу даже нормально. Там второй хуесос где-то бегал вдалеке. Как только Эмираду села, они сразу заруинили, блядь, не Эмираду. Шестерка есть у кого-то лишний, нет? Ну, у меня шестерка. Гуд взорвался с Мираклом, ха-ха. Да, есть пробитие. В кемп один зашел. Это он и есть, наверное. А вы не пикап слева пробитый, нет? Да, я пробил его. На одно колесо. Ну, второй не вижу. У меня, типа, икса нет нормального. А вот этот кемп на метке, что с ним? А, на-на-на, подожди, на четвёрку. Он нахуй не нужен. Пробитай. Заебись. Есть смоки? У меня 0 смоков. Блядь. Попал в колесо, на. У меня один. Он клон пикап, пикап. Да, 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 да. Пробил колесо второе. Окей. Возьму вот этом, вот эту поищу. Над нами могут быть челы, аккуратнее. Тут бетонки супер хуёвые, нам нужно, чтобы кто-то их чекал над нами. Нам просто наруфлить на ноге могут, просто на изи. Блин, нам атак от горы засейвить, чтобы уехать, если чё. Пипец, я смачков не собираю. Блэссер на Джей Вольдмар, я бэк на нормально. Заебись, мы в центре. Да, он выехал в кемпа. На чем? Он нашел другой пикап. Да, вот, вот же и сыщи. Минус 4 такта. Да, я вижу. Минус агрессив. Минус. Вижу чела, временный дал. На горе? Да, прям на горе, около дерева. Вижу. Он вроде за невидимой дырочкой. Не веди меня, этот, который... Два дерева левых, их 3 там всего. Блять, да забейте, нахуй вам работает так далеко, нет, если даже если ног не тянет себе. Но реально, минус патроны. Минус нубит и минус валера. Минус валера. Патроны, только 3. Я порофлю. Мы так они поехали. А мы уже кто-то... Вверх нам чекал, я ебал. Зона, по идее, прокает либо сюда. Вашу гору. Она либо на нашу гору, либо в тот кемп снизу. Либо право, вот это вот. Я пик горы, все в гор смотрю. Либо Чумачеру, да. Тут старая зона, которая была самая старая, в этот кемп сходилась в нижнюю. Я думаю, чего вот эту на четверке заняли. На мотоке, когда уехали от горы. Возможно. По-любому. Блять, я в опа не под четверку так. Да, да, да. Ходит, у ангара. Здесь вот пипец, у вас походу там 2 ВМ, это много попало. М24. А, 2 снайперки, конечно, это так. Я выкинул миник, у меня типа скопа не было, сейчас можно обратно взять. С М24 типа профита больше, когда скопа нет. А, ты патроны себе забрал, понимаю, ладно, похуй тогда. А, так на. Да похуй, 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 я СМД-4 остановлюсь. Здесь минус. А, тут вообще упреждение надо брать на такой 10, я понимаю. Да, ну, я понял. Опа, вот надо мной. Право добит. Право на горе где-то вот здесь.
Да, да, стоит желтенький, желтенький, да, да, желтенький там стоит. Вот в этой вот ЛГшке он вот прям на метку. Нами. Прям на метку. Он ушел, он ушел, он смотрит право. А еще не справа, еще не правее. Не, это вы, пацаны, это вообще просто трэш. Мы некс зону ждем и ничего не знаем. Не, те додики просто вас чекают, так, они что за такие. Тачка под нами к кем заехал по дороге. Иду. Нет, они к вам едут, к вам едут. Нет, под нами к кем заехал. Ну колес прыгают, сосиски ходят. Вот этот, да? Понял? За сосиской слева. Слева. Я пытаюсь вообще. Ну-ка пайте, чтобы он не ушел за сосиской. А не херово вижу. Ля. Гора там, он опять бегает. Я на мотак инста сел, на всякий случай. Да, я тоже спускаюсь в тачки. Угу, я в зоне в центре, я буду здесь сидеть, пацаны. Это Вальдемар точно. Вы можете вот сюда заехать и отыгрывать этого гэшка, наверное. Можем кем заехать, около двоих. Эти вон бегают по горам там. Ой, почти в голову дал. Пипец. Мы здесь типов не настреливать будем. Кого не настреляйте. У меня надо мной чел уже сидит. Но это далеко, вот здесь, вот здесь, вот здесь. На бетонке, я в курсе. Не-не, он вышел далеко за бетонку. Пиши, он... Да, блядь. Он воу. Ну, один пиксель башки в него не попасть. Я должен был ему сходу. Убежал. Ну он чекал в кемп, вот мой домик вот этот. А это мой дорог, домик, далеко. Я пущу. Не пущу никого. То, что холстори жив, это хуёво, потому что они под нами были, а сейчас у них уже 4 фрага примерно. У них один ПТС был, тач. Ну так и чё, у нас не сильно больше. Опа. А типа справа. Кемпе, что ли? Да. Да-да-да. Тихо! У меня мотак прямо передо мной. Лол, чё, вам стянуться? Я не хочу. Есть фараг подсосать вариант? Нокнули. Или ты не видишь вообще ноков? Не вижу, нокнутых. Вот эти три дома заняты, нет, Коль? Какие? Не могу ничего сказать про них. У меня вообще передо мной мотак вот здесь остановился. Если вы можете его увидеть вот здесь. Пёхните его. Его пёхают. Или он стреляет? То он стрелял. Он по моечке бегает там. Там я двое. На метке, пошел бур. А так они между тобой? Мне кажется, он приколист какой-то. Он сам себя стреляет. Они там пиздят. Че, ОНВ? Ты че, рофлите? Я такой даун, сори. Я так почему. Ну я чекал как раз. Надо медленнее стрелять. Я что-то мне не перепутали. Найс, дерево скитануло. Убил. Я сейчас. Кого убил? Вот убил. В будке убил. Блять, эти двое остались. Лучше бы этих двоих кого-нибудь нокнул, они такие были. Ну, бля, все равно. Че увидел? С горы? Мне гора, по-моему. Да, да, да. Да. Сколько авики патронов? Сейчас. 5 на 4. 5 на 4. Понял, я пока в дом зайду, если есть варик. Я потом к Калину перееду. Наверное, не трать авик, у тебя реально мало. 24 в живых. Нам нужен еще авик будет. Блин, я бы на самом деле подсосал бы этих, просто пошел бы и сберил их за хера. Сейчас в спине кем должен я быть? Выебу, на горе, на горе их сейчас будет напрягать. Там выше был человек? Да. Они пиздятся, лол.
хитом. Нет, тут просто спрейт, они один поднялся из них наверх, один спрейт. Да-да-да, долбоёбы бездарные. Слышишь, нам могут спину подойти, слышишь, Алик? Да, я понимаю. Я в дом запрыгиваю обратно. Надо прочекать спину. Прочекай, сейчас пока... Я не вижу, они уже по ЛГ могли пройти. Они там, где был дом, их там не видно. Они, возможно, уже прошли. Может, просто перетянуться к Доккаляну? Не, ну, можно, конечно, но зона не факт, что прокнут. А, Данил Ди, хуесос, умер. В натуре, Данил Ди, как бы... Блин, конечно, такой обрезанный вид на эту помойку, вот это вообще... Кого-то нокнуло, можешь поймать его на этом? Дроп наебало, надо забрать бы, наверное. Смоки у тебя есть? Кого-то... У меня? Да, у меня есть. Да я... Спасибо, что интересуешься. Да нет, пацаны, я пошел в агрессию, что-то очень много сдыхает людей, всех убивают, надо что-то это немного поэтому. Топ-11, 10 халявных поинтов. Мне кажется, это самое логичное, если призовые хочешь. Тебя ебут, они ебут. Я не иду, я имею в виду, я вот так буду немного играть, просто немного как бы с этой смелее. У нас тут чел ужасный. У меня спины будут с Вальдемара. Время. Жать ко мне просто. Давай поедем, слышишь? Съебывайте, пока реально можете тут как бы. Да, да, да. Погнали, хоть. Забайте здесь дауны, смотрите сюда. Аэр не забрать, скорее всего, его Валидемар кровь. Не, я думаю, я могу его забрать, лоу. Не, ну если я пойду его брать, то я возьму только каску и армор, я нахер забью на пушку. Почему любая пушка нужна? Надо вот эти вот закрывать сейчас будет, вот эту вот сторону. Там по ней пёхают очень сильно, я не понимаю, где они находят этих людей. Они нокают и добивают их. На бетонке, на которой мы были. Я вроде понимаю. Ну зона, да, 50 на 50, и причём у нас ЛГшка, поэтому... Это спина. В этот кемп обычно уходит, самое приёмное. Я сверху стреляю. Ну, спину надо будет закрыть. Дальше в кемпе, может. Надо спину закрыть, блядь. Спина так-то в зоне, в принципе, вот этот домик, который вы уехали. А вот долбоебы, которые агрессируют на вас, пока даете, вот альфа прочее, им можно ног дать застелить, они фул на горе, да, вот это вот? Нет, вот зайдите в дом, вот с этих вот двух окон посередине видно вот эту помойку. Так я их и так видел. А, помойка? В смысле, они на помойке, они же выше. Нет, один до помойки, это вдвое или один до помойки еще остался. Нет. Короче, я по нему шо тут? По нему шо тут? Соседние горы. Я думал, соседнюю гору не надо напрягать, они вам помогают. Можно застелить там рот. Если он выйдет в окон, и да, я его мокну и доем, где. Вижу, куда они шот, и в трёшке чел сидит. Ну, в двушке, точнее, в двушке с тремя окнами, я имею в виду. Наш дом, по-моему, уже эти челы пробежали. Сори, нокнули в помойке. Да? Да-да-да. Смотрите, к ним ещё будут спускаться слева, у нас челики вот здесь вот есть. Вот это здесь они, вот, да, я знаю. Сори, доели. Все, стойте тут, вам самое главное до конца жить, как бы топ-1 10 поинтов, и по пути еще бьете по-любому 4-х. 14 поинтов можно получить, если не сделаем хрень. Прыгает в этом кемпе вот там вот. Блядь, чуть-чуть высунулся. А слева сейчас в помойке. А че этих двоих? Сидит. Помойки двоих сидит. Можно запушить будет. Я и говорю, нам нужно... Так у нас гора на выебет, жалю. Подождите, вот все, зону, выебет, зону надо подождать. Пойдете. Что ни в коем случае нельзя пушить. Угу. Нам бы Вальдемар закрыть. А maybe эти челики, смотрите, под мостом пробежали, вот сюда вот забежали, или еще не... Скорее всего, так есть, потому что дом пустой. Да-да-да. А там никого не было, до вас никто не... Ну, для них никто не стрелял. Они пришли вот и... То есть проход направо абсолютно фри, даже нет, налево. Нет, есть, в доме есть, в доме есть, в доме есть, в доме, где вы будете сидеть. Есть там. Есть?
Да, посередине прям был. Вторая каска торчала. Едет сольник, походу. Какой же хуёвый вижен на это окно, я в ахуе. Зона шла. Наверное, тут стойте, закрывайте просто зад. Валидомара ту ебанскую хуйню. Я вот это буду закрывать, пацаны. Я буду вот этих закрывать, да, потом в зону. Закрывайте пока сольника. Нужно... Типа три стака есть, надо и все закрывать. Вот эти, смотрите, вот эти трешки будут файтиться вот с этой горой как раз. А мы пока закрываем все остальное. Вот это особенно дом, смотрите, я не понял, что он там делает. А бетонка тоже выходит. Пацаны, вот смотрите, вот этот чел, который на помойке, он будет очень сильно напрягать. У нас будет угол просто под всех, которые будут захилиться, вставать с деревья. Аккуратно со спины, наверное. Коля, я сделаю фулбус. Но один-один спереди. Понял. И кнокают этих там. Да, что-то. Здесь она нужна спину. Да, Фаскара, это в опоре. Почему я никого не вижу на той горе, вот на той горе? Парни, ходит 120. Опен. Перед нами. Перед нами. Нокнул. Бля. Перезарочка перебежала, уже 205. С хитом. Еще одного. 205 ласт. Ласт 205. Я взорвался. Да услышали. Это что еще? Маки туда. Маки слева на 150. За камнем 155, парк. Вышел. Кидаю хае туда. Хорош. Это ласт? Да, походу. Ласт, а ласт. Моего добили или? У меня челики смога. Ко мне, у меня челики смога. И на пике стоит один даун. Три хита в нем. Перед вами смоки. Дикем выходит, метку поставил. Выходите не в опан под гору, под двойку. У нас бетонка еще. Почему с бетонки челики исчезли? Где они? Они уже прошли. Как раз, наверное, они и дали со скара ног по табу. Давайте проходим спину. Да, первым делом бомжать, не потом левые смоки убивайте. Слева бежит по синей зоне. Да, убиваю ее. А, это другой сольник был. Да, их убили. Прямо перед нами, вот за это вот хгшкой. Походу. Ты же чего? 275, чел. Ходят. Выше на меня. У меня выше. Захиляются, парни. По зоне один еще ходит. Над вами. Убил. Коля, молодец. Да я знаю, как солдат есть. Я в курсе, дядь. Не надо говорить, пожалуйста, подруг. Чел на камне 260. 260, чел. По правому можно закрутить в спину. Слева, левого надо убить, там лево один еще был, когда он... Да, за камнем, сори. Контроль его, ты можешь как все хорошо сидим? Пошли пока с маги вправо. Типа. Не, контроль его. Ты видел только что? Слева на гору поднимался, тип. Вот да, здесь? Там. Да. Убил сольника. Хорошо, сзади. Молодец. Ну, на мной пикает один. Я к вам иду, парни. Тихо. Давай, аккуратно. Ты можешь от себя играть, но нужно... Тихо, блядь, не ори. Мы остались 3 в 2. Сейчас одного нокта попытаюсь. Не ори, пожалуйста. Я не слышу. Переведи немного. Это я не слышу, тише. Только по инфе. На горе стоит, наверху прям. Я вижу его. Их двое осталось, убиваем. Пусть Денис нок даст, потом запушите. Никто не пикает. Они на горе, я на... Зона на нас, звезда, плюс-минус, типа. Им спускаться. Это еще не звезда, еще одна зона будет. Поэтому пока подождите эту зону, если нам вниз уйдем, ждем. Я снизу играю, палю, короче, если че. У меня 335, чел. На хгшке стоит, это сольник. У вас сольник, ребят. Блять. Все, ласт на мне. Иду. Аккуратно. Идем, подожди, на размен отыграйте, один не играет. Все так и делаем, типа. Где инфу? Надо мной прям. 310 был. Погоди чуть. Я и жду. Слева. Давай вместе. В яму чекнем.
Он либо правее, либо выше. Да-да, тихо, аккуратно. Все, только не нокаться. Вот здесь перс... Найс. Хорош. Молодцы. Фу! Сколько? Найс. У меня два. Два. Ноль. У меня два тоже. Шесть.